ты представляешь, абсолютный штиль. Эти колебания были от того, что я нажал кнопку записи. И они гасились. Так, сегодня у нас 1 мая 2020 год. Харьков, 50-я параллель северной широты. Двадцать один по Киеву. Небо не абсолютно чистое, но штиль полный. Просто не смог сдержаться, чтобы не пойти и поснимать. Так, это у нас бывает полнолуние, это у нас полулуние. Вообще идея была Венеру поснимать, но за облаками ее не видно совершенно. Хотя она еще над горизонтом должна быть видна, но сегодня придется ограничиться лунной. Давай вот так вползай. Ты посмотри. Вот это колебание гасится до сих пор. Боже, какая красота. Настройки ручные, на автомат не выставлял. Но учитывая, что все это снимается через какую-то пелену. Наверное, даже на автоматических настройках и пробовать не буду. Потому как будет семафорить мне автофокус. Какие горы, лунные горы. Батя, на лыжах там не хочешь покататься? Снег с собой придется брать. Сейчас вот так, наверное, будет лучше всего. Вообще нет ветра. Это просто остаточные колебания от того, что я коснулся камеры. И топчусь теперь по матушке земле. 125-кратное увеличение дает. Какая красота. Да? Все кратеры круглые, никуда не денешься. Какая-то пузырьковая камера.
а не поверхность Луны. Это я. Сейчас попробую на нижнюю часть Луны навестись. Как определить, где у нее север, где у нее юг. Магнитных полюсов нет, ось вращения есть. Кстати, интересный момент. Где Луны север, где юг? Южный ветер, наверное, только космический может быть на Луне. Но он вообще может быть южным. Да, жаль, сейчас бы Венеру было классно снять, но там сплошные облака. Просто абсолютно одеяло из облаков. Да и Луну уже скоро закроют. Если в том направлении. Сейчас еще в 2 ночи попытаюсь выйти поснимать. МКС должен мимо Юпитера с Сатурном пролететь. Если с облачностью повезет, надеюсь запечатлеть. Не хочет. Не хочет, моя маленькая. Низы я самое хочу поснимать. О. Ляпота. Так, сейчас шевелю. Попробую треногой навестись. Да, советуют мне, конечно, в комментариях купить часовой механизм для того, чтобы отслеживать движение Луны. Ну, я, наверное, приобрету такую вещь себе. Но на самом деле, каким образом тогда? То есть я сейчас захотел внизу Луны поснимал, вверху там, на севере, на юге, влево, вправо перевел. Часовой механизм, я так понимаю, меня такой возможности лишит. Резко потеплело, сейчас очень теплый воздух, колебания я вижу атмосферы Земли.
даже на этом маленьком экране фотоаппарата. Надо, кстати, посмотреть, должна быть функция через планшет смотреть. А не через экран на фотоаппарате. Куда больше будете разрешение. Так, ладушки. Сейчас пофотографирую еще, наверное. +2/31 по Киеву, 1 мая 2020 года. Харьков, 50-я параллель северной широты.